Добрый день, друзья, надеюсь, у вас все хорошо. Как говорится, у нас воюю, я был працюю. Сегодня разговаривал с представителем строительной компании по работе, стробольщика ищут. Говорили, говорит, зарплата от 40 тысяч и выше. Жилье не за их счет, авансы можно просить. Он сразу спросил, что боитесь ли вы ТЦК. Но я так как с вахты приехал, уже видел там и блокпосты, ТЦК и местных жителей, от местных жителей наслушался, что ТЦК там не шутит. У них действительно там более мирная жизнь, много приезжих. Такое есть там, что не сисюкаются, там сразу в бусы повезли мобилизировать. Так что все упирается в ТЦК у нас. И это, кстати, не первое такое это, такой вопрос от работодателя, потому что перед тем, как ехать на вахту, короче, торговая компания, они занимаются монтажом торгового оборудования по монтажнику. Тоже там звонил, тоже такой вопрос, говорит, что, потому что ТЦК уже были инциденты, их компании ТЦК. Людей прямо на блокпосту там в Одессе забирали. Так что так вот, все упирается в ТЦК. Хотя, как говорили, працюю, я был воюю.